Старые низкоэффективные котельные выводят из работы в Нижнем Новгороде. Вместо них жилые дома подключают к крупным системам теплоснабжения. Для этого строятся новые теплопункты, и их сегодня осмотрел мэр города Юрий Шалабаев. Полностью автоматизированный объект. Все параметры видит наш диспетчер на центральном диспетчерском пункте. Мало того, что он видит ее, он может дистанционно управлять данным объектом. У нас в предприятии разработана программа по переключению с ветхих источников, также и с ведомственных. Значит, к этому году мы уже вот в Заречной части именно 6 источников переключили. Включая этот, 6-й, да, переключили на Сормовскую ТЭЦ. До этого жители данного микрорайона, вот в красный цвет все это окрашено, получали тепло и горячую воду с котельной АКБМ. Африкантово, да? Да. Мы в данной зоне уже закрыли 5 ветхих котельных. И также мы еще 7 котельных старых ветхих закрыли в нагорной части города Нижнего Новгорода. Переключили нагрузку на нагорную теплоцентраль. Главная, конечно, цель, которую мы преследуем, это надежность теплоснабжения наших нижегородцев. Но и не нужно забывать о повышении эффективности теплоснабжения, то есть о снижении потерь. Мы вывели из строя большое количество старых труб. За счет оптимизации расположения вот этого центрального теплового пункта нам это удалось сделать, поэтому и потерь будет значительно меньше.